Игорь Нета, футболист-легенда и капитан футбольного клуба «Спартак» и сборной СССР. Как Игорь Нета отменил гол с Уругваем? Всем привет! Вы на канале «Истории спорта». И на этот раз поговорим про футбол сегодня. Тем более футбол России находится сейчас в трудном положении, а сборная России по футболу провела ряд товарищеских матчей. В связи с этим решили вспомнить времена, когда наш футбол давал не только надежды, но и победы, а именно советский футбол. И самого именитого капитана сборной и легенду «Спартака» Игоря Нета. В его послужном списке есть огромное количество различных наград. Но в истории мирового спорта Нета останется не только как прекрасный футболист, но и как прекрасный человек. Так кто такой Игорь Нета, футболист и человек? Как Нета попал в футбольный клуб «Спартак»? Сколько голов забил за «Спартак»? Сборная СССР по футболу и ее капитан. Правда, что Нета, так же как и Льву Яшину, предлагали перейти топ-клубы Европы? Что о нем говорил Никита Симонян? И почему у Нета не получилось стать тренером? Такие новости футбола и новости спорта ждут вас на канале «Истории спорта». И, дорогие друзья, таких легенд, как Игорь Нета, стали забывать, поэтому нам нужна помощь в распространении этого выпуска. Для этого всего лишь нужно оставить комментарий и поставить лайк, поделиться видео и подписаться на канал. Такие уж правила этой платформы. А если хотите сделать подарок себе или близкому человеку, любящему спорт, то можете заказать футболку с легендой спорта на ваш выбор по ссылке в описании. Тем самым поддержите развитие нашего канала. Ну и не забываем подписываться на Дзен, ссылочки все в описании. Вы лучшие, а мы начинаем. Игорь Александрович Нета родился 9 января 1930 года в Москве в семье с итальянскими корнями. Игорь приходился младшим братом Льву Александровичу Нета, который в юности был спортсменом, любившим футбол и хоккей. Именно старший брат привел Игоря Александровича в секцию. Мальчик усиленно тренировался на льду и травяном зеленом газоне и не мог решить, какому из видов спорта посвятить дальнейшую жизнь. Кстати, забегая вперед, стоит отметить, что за хоккейный «Спартак» он все же сыграл целых 22 матча, в которых набрал аж 29 очков по системе гол плюс пас. Согласитесь, очень неплохо для будущей легенды футбола. Да и хоккейным тренером после игровой карьеры побывал. Но определяющее значение в судьбе молодого спортсмена сыграло знакомство с представителями футбольного «Спартака». Именно в этом месте молодого парня окончательно убедились сделать выбор в пользу футбола. Талант Нета был заметен уже в раннем возрасте. Именно поэтому иметь такого игрока в своей команде хотели многие известные специалисты. В итоге «Спартак» стал вторым домом для неординарного юноши. Он начал заниматься футболом в начале 40-х годов, а уже в 48-м сыграл свой первый официальный матч в красно-белой форме. В тот момент в послевоенном Советском Союзе футбол находился в зачаточном состоянии. У спортсменов не было подходящих тренировочных полей, а болельщикам даже не приходилось мечтать о том уровне комфорта, который могут обеспечить современные стадионы. Именно по этой причине определяющее значение в развитии и популяризации футбола сыграли отдельные яркие личности, которые стали настоящим символом своего поколения, а Игорь Нета является прекрасным тому подтверждением. С первых матчей спортсмен играл на позиции атакующего полузащитника, отличался прекрасным умением видеть поле, а потому его разрезающие передачи всегда представляли огромную опасность для соперника. Игорь Александрович обладал превосходной техникой, легшей в основу спартаковского стиля, отличавшегося коротким и средним пасом. Дирижируя игрой коллег по команде, Игорь умел просчитывать ситуацию и являлся главным человеком на поле на протяжении долгих лет. Кроме того, он мог пробить или эффектно реализовать выход один на один. Именно поэтому талантливый советский футболист всегда был звездой номер один на футбольном поле. Дебютируя в составе московского «Спартака» в сезоне 1948 года, Нета практически сразу закрепился в составе данного клуба.
Впоследствии он стал лидером команды, ее капитаном, а также живой легендой московского «Спартака». В общей сложности Игорь Нетто провел в составе клуба около 20 полноценных сезонов, которые вместили в себя 368 официальных и товарищеских игр, забив при этом около 40 голов. За это время талантливый полузащитник успел 5 раз выиграть чемпионат СССР в 52-м, 53-м, 56-м, 58-м и 62-м годах, а также 3 раза кубок. По общему количеству наград Игорь Нетто занял 2-е место в СССР, пропустив вперед лишь легендарного украинского форварда Олега Блохина. Кроме того, к общекомандным наградам футболист приложил и немало индивидуальных призов. За свою карьеру Игорь Нетто 13 раз появлялся в списке лучших футболистов СССР. Более того, 12 раз он в этом списке был первым и один раз вторым. И неудивительно, что ряд именитых зарубежных клубов интересовались покупкой советского полузащитника. Но Нетто, подобно Льву Яшину, отвергшему предложение знаменитого тренера Сантьяго Бернабео, не предал родную команду и весь советский футбол. Не менее яркой была карьера игрока также и в национальной сборной. В составе главной команды Советского Союза Игорь Александрович выступал с 1952 по 1965 год. За это время Нетто успел провести 54 матча в составе футбольной сборной, а также отметиться 4 забитыми голами. Весьма примечательно, что в составе национальной команды футболист выступал немного на другой позиции, нежели в клубе, и появлялся чаще всего в качестве опорного полузащитника, но это не мешало ему быть лидером сборной. Влияние Игоря на других футболистов было поразительное, никто даже не сомневался, что он, несмотря на свой юный возраст, должен стать капитаном «Спартака». Вскоре он стал и капитаном сборной, вспоминал Никита Павлович Симонян. В составе главной команды Советского Союза игрок стал победителем Олимпиады 1956 года, а также обладателем золотых медалей чемпионата Европы 1960 года. В те годы за сборную играли Лев Яшин, Валентин Иванов, Виктор Понедельник. Этот состав считался сильнейшим в истории сборной за долгие годы, а Игорь Нетто был в нем капитаном. Кстати, выпуск про Виктора Понедельника можете посмотреть у нас на канале «Истории спорта». Ведя речь о карьере Игоря Нетто в составе сборной СССР, стоит вспомнить эпизод, имевший место во время матча с национальной командой Уругвая и говоривший многое о том, каким же человеком был наш сегодняшний герой. В том матче советский нападающий Игорь Численко ударил по воротам латиноамериканцев с острого угла, в результате чего мяч залетел в ворота с внешней стороны через порванный участок сетки. Несмотря на это, судьи гол засчитали. Однако в этот момент в дело вмешался Игорь Нетто. В качестве капитана сборной СССР игрок подошел к арбитру и настоял на том, чтобы мяч отменили. В итоге тот матч сборной страны Советов все-таки выиграла. Но сделал это честно. К Нетто, как к человеку, лидеру, футболисты с огромным уважением относились. По рассказам его партнеров по команде, ему, как капитану, начальство устраивало предварительную накачку перед серьезными турнирами. И если случались какие-то проигрыши, Игоря Александровича вызывали на ковер. Он там всех прикрывал. После этого никого из игроков никуда не вызывали и личных обвинений не предъявляли. Также Нетто заступался за напарников на футбольном поле. Если кто-то из соперников подло себя повел по отношению к нашим, хамил, то Игорь Александрович, как никто другой, был способен его наказать. Так по ногам давал, что тот надолго запоминал, и ни разу не было, чтобы судья это засек. А в жизни, например, после удачных турниров, когда многие просили от начальства машину или квартиру, он попросил лишь поставить телефон в коммуналке, в которой жили помимо него еще 5 семей, осчастливив тем самым своих соседей. Думаю, из всего вышесказанного ни у кого не возникают вопросы о его капитанстве и почему его так любили и уважали. В 36-летнем возрасте лучший игрок советского чемпионата решил, что пришло время покинуть команду и большой профессиональный спорт.
он начал тренировать клуб «Амони», прожив год на солнечном Кипре. Вернувшись на родину в конце 60-х, Нетто год руководил «Шинником», а потом стал помогать наставникам родной московской команды «Спартак». Кроме того, в период с 1970 по 1971 год Нетто руководил национальной командой Ирана. Но добиться успеха тренером ему так и не удалось. Никита Симонян так пояснил причины этому. Главное для футболиста, который становится тренером, убить в себе игрока. А Игорь, к сожалению, этого убийства совершить не смог. В начале 90-х у Нетто начались проблемы с памятью. Потом выяснилось, что из-за болезни Альцгеймера он не может полноценно жить. Так постепенно стала угасать отечественная и мировая футбольная звезда. И 30 марта 1999 года Игоря Александровича не стало. Таким футболистом, человеком и капитаном по жизни был Игорь Нетто. Ну и друзья, ждем от вас комментариев и интересных историй о сегодняшнем герое. Также будет очень приятно, если вы поставите лайк и подпишитесь на канал. И будем очень признательны за поддержку в виде заказа футболки со своим любимым героем спорта, как это. Ссылочки в описании. Вы лучшие. Всем спасибо. Всем пока.